Харцизский детский социальный центр вчера принимал гостей. Представители международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» совместно с управлением народной милиции ДНР доставили в приют книги, игрушки, канцелярские принадлежности, сладости, постельное белье, моющие средства. В социальном центре в основном воспитываются дети, чьи родители оказались в тяжелой жизненной ситуации. Подарки и, прежде всего, игрушки тут же нашли своих адресатов.